Давайте немного пройдем по техническим характеристикам. Есть несколько вариантов данной машины, но у нас она представлена в маленьком варианте, а именно это 30 сантиметров в длину и вес данной машинки 1 килограмм. Максимальная скорость 10-12 километров в час. В комплект входит аккумулятор, зарядка, пульт, машинка. Емкость аккумулятора 600 мАч. Время работы игрушки при активном использовании около 30 минут. Если аккумулятор полностью разряжен, зарядка до максимума займет около 90 минут. Здесь используется полный привод для максимального прохождения всех препятствий. Машинка производится в трех цветах – синим, красным и зеленым. Этой игрушкой можно легко управлять благодаря пульту дистанционного управления. Давайте поговорим немножечко о контроллере. Пульт работает от двух пальчиковых батареек класса АА. Ну, это обычные батарейки, которые вы привыкли вставлять в пульт. Дизайн эргономичный. Для ребенка вообще идеальный размер. Производитель сделал очень интересное решение в виде двух отверстий в центре пульта, при помощи которых контроллер уверенно сидит в руках и уменьшает шансы на выпадение, особенно у ребенка. Сам пульт довольно простой в использовании и имеет три основных функции: вперед-назад, повороты влево-вправо и трансформация. Давайте поговорим более подробнее о трансформации. Это основная особенность данной машинки. В случае, если ваша машинка перевернется, ее всегда можно трансформировать в другую форму и тем самым вновь иметь возможность двигаться дальше. В режиме паука эта машинка может двигаться как на животе, так и на спине. Дальность действия сигнала от пульта до машинки составляет 60 метров. На пульте в самом верху имеется антенна, благодаря которой усиливается сам сигнал. На машинке имеется отверстие для аккумулятора, которое закрыто крышкой и держится на паре крестовидных болтов. Кнопка включения и выключения находится неподалеку, в виде красного тумблера. Колеса у леопарда резиновые, с хорошей внедорожной протекцией. Внутри воздух, что создает дополнительную амортизацию. Процесс превращения в леопарда занимает всего несколько секунд. Из плюсов также хочется отметить большую и красивую подарочную коробку, которая в разы увеличивает ценность этого товара.